Добрый день. Так, сегодня совсем что-то нет настроения. Хочу сделать себе немножко перекусить. И, наверное, кофейку. Кофейку или чайку, не знаю. Сейчас решу. Вот здесь буду заваривать лапшу. У меня есть еще две сосиски. Это хорошо. Хоть не будет так пусто, будет посытней. Какое-то такое состояние. Ничего не хочется. Впереди вроде такой праздник большой, Новый год. Вот тоже думаю, надо, не надо. Думаю, может, в этот раз вообще деньги не тратить, ничего не покупать. Ничего как бы не делать. Так, вот я тоже почистила? А, нет, не почистила. Посмотрите-ка. Не знаю. Как говорится, посмотрю. Может, еще разойдусь. Но вот пока нету как-то настроения, нету желания что-либо думать. Как-то подготавливаться. Вкусная сосиска. Так, сейчас принесу лапшу, пока вас нажму на паузу, чтобы не оставлять одних. У меня есть вот такой вот горячий обед. Большая порция без ГМО. А сколько же тут грамм? 85 грамм. С морепродуктами. Сейчас я ее... Так. О, какая. Ой, она у меня сюда не влезает. Ой, еще отскочила куда-то там. А ну-ка. Так, она не влезает. Я очень раньше любила, знаете, как эту БПшку заваривать? Прям вот так поломать. Ой. Ой, не ломается. Ну, сейчас она разойдется. Так. Давай. Вот так. Сейчас она разойдется, и я ее помешаю. И, в принципе, будет нормально. Так, что у нас тут есть из приправок? Овощи. Овощи я не люблю. Я их класть не буду. А вот приправку с этими морепродуктами добавлю. А чего нет? Ну, что-то захотелось чего-то. Думаю, так настроения нет. Захотелось чего-то вкусного. Думаю, ой, у меня же там лапша с морепродуктами есть. А ну-ка я ее пойду к себе заварю и отведаю. Так, как пахнет. Побольше вот так бульончика. Побольше бульончика. Сейчас она у меня немножко размякнет. Ну, в принципе, вот нормально. Вся погружена. Ой, кипяток. Давайте я ее накрою. Так, накрою крышкой. Вот так. Или, может, лучше вот так. Пускай стоит. А я пока, знаете, что сделаю? Кружку. Ой, что это у меня тут? Посмотрите. О. Ладно, сейчас я тут приберу и кружку помою. Сразу кофе себе наведу. У меня там есть мороженая лакомка. Не знаю. Думаю. Елку, конечно, хочется нарядить. Потому что все же думаю, может, если наряжу елку, будет какая-то атмосфера праздника такая. Вот. Что-то такое праздничное. И, может быть, тогда захочется чего-нибудь большего. Но какие-то такие огромные столы накрывать, что-то выготавливать я, конечно, не хочу. Вот. Может быть, что-то такое... О, какая лапша! Может быть, что-то такое скромное. О, посмотрите. Она какая-то толстенькая. Какая вкуснятина.
Ой, горячая. Пускай еще постоит. Пускай еще немножко постоит. Подзаварится. Я наливаю кофе. Нашла там мороженое лакомка в холодильнике. Думаю, а ну-ка я с кофейком, с кофейком-то съем. Сейчас тоже сидела, раскрашивала, раскрашивала, задумалась. И время прошло. Думаю, нет, пойду я все же сделаю себе лапшу, чтобы как-то поднять настроение. Вот так. Кофе. Кто-то говорил плохое кофе. Не знаю. Мне нравится. Я же никого не уговариваю его пить там, да, или его покупать, или что-то еще. Я рассказываю, что покупаю я для себя. Так. На улице так темно. Вообще темно, холодно. Сейчас книгу новую начала читать. Уже третью главу читаю. Может быть, пойду даже сейчас вот с этим всем своим обедом. Пойду сяду под торшер, включу торшер, укроюсь пледом и почитаю немножко, может быть, еще пару глав. Вот. Мне там девочки советовали одну книгу, а у меня, оказывается, из этой серии вот книжечка есть. Так что я начала читать ее, прочту, может быть, что-то из этой серии наподобное куплю еще, потому что читается легко. Так, ну что у меня тут? Просто прелесть. Немножко майонеза для вкусноты. И надо майонез еще оставить для салата. Я, наверное, его даже убирать не буду. А в салат мне нужен майонез? Да, нужен. В салат нужен майонез. Так, все это вот так перемешиваю. Перемешиваю. Такой вот у меня для вас сегодня небольшой влог, болталка. Ой, как пахнет вот этими морепродуктами. Вообще я морепродукты очень люблю. Все, я пошла есть кофе. В кофе уже налила молоко. Ой, что-то выпало здесь. А ну-ка. Все, пойду поем. В кофе уже налила молоко. Конечно же, никакого сахара. Пойду поем и попью кофе с лакомкой. Всем огромное спасибо. Пока-пока.